Друзья, приветствую! Сегодня у нас обзор и отзыв о вот таких вот берушах восковых. Вы можете сами преспокойно их попробовать, несмотря на то, что они сделаны в Швейцарии. Вот эта упаковка, 12 штук, стоит всего лишь 420 рублей. То есть почти столько же или даже дешевле, чем вот привычные нам силиконовые беруши. Вот так это выглядит. Это упаковка, это такая как ватка, а внутри круглое восковое изделие, которое вы раскатываете, запихиваете в ухо и получаете вот такую зачастую вот такую забавную форму. Вот, какие отличия от обычных, привычных силиконовых беруш? Ну, плюсы. Восковые беруши более мягкие. Вот, они лучше подходят для сна, например. Принимают форму уха. И, ну, мягко вы их... Я их лично меньше чувствую. Вот. Минусы у них такие, что они менее практичные. Вот я, понимаете, силиконовые беруши, я их везде использую в течение дня. Раз, чуть шумный проспект, вставил беруши. Там, шумный транспорт, вставил беруши. Музыка не нравится, вставил там. С человеком надо поговорить по телефону, вынул, вставил, вынул, вставил. Это я про силикон. С восковыми так не получается. Они и более хрупкие. Они другой расскажут, что они сейчас развалятся из-за того, что они более мягкие. Потом они поначалу такие немножко жирные из-за того, что это воск. Воск немножко остается на руках. Вот я даже сейчас чувствую, это уже которые использованы, а новые они более такие жирненькие. Вот. И с ними, ну, не очень удобно. То и дело, кажется, сейчас кусок воска останется у тебя в ухе. Поэтому их неудобно тягать, вставлять. В итоге, какое резюме? Для ежедневного использования в течение дня, в городе, там, везде, в дороге, я использую вот эти силиконовые беруши. А на ночь восковые беруши идеально, потому что их не надо тягать туда-сюда. Вы один раз их утопили, они приняли форму как бы вашего уха. И вы спите, утром один раз вытащили, помыли ручки, и все, и все классно. Вот такая вот история. Всем спасибо.